Всемирно известный азербайджанский ученый Литвизаде, профессор Калифорнийского университета, основатель теории нечеткой логики и нечетких множеств, скончался 6 сентября в возрасте 97 лет. Литвизаде стал всемирно известным ученым после того, как в 1965 году разработал теорию нечеткой логики, которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как теория впечатлений, теория систем, теория оптимальных фильтров, сыгравшую большую роль в развитии науки. В завещании профессор попросил похоронить его на родине, в Азербайджане. Коллектив нашего канала выражает искренние соболезнования родным и близким ученого. Thank you.